Вы не знаете, тут собака кутят родила маленьких, уже разобрали? А вот это они, да, вот это они? Ну, они ищут, да, хорошие ручки, им нужны? Ручки, я ее знаю, эту девочку, ай, какая девочка. Ой. Да, двоих забрали? Двоих забрали? Не прыгай по-братски. Пожалуйста, не прыгай. Ой, какие красавчики. Пожалуйста. А вон те два, ну то, им тоже нужны ручки. Блин, коробку не взяла, может, в багажник или в салон как-то. А у вас нет коробочки нигде тут? А если они наплодятся, тут опять будет полно, их будут отстреливать и так далее. Отличная. Ой, какая хорошая коробка. Ко мне домой придут люди в хорошие ручки у меня забирать. И этих заодно покажу. Вы можете следить за судьбой тоже. У меня Инстаграм, Коти Дом, и Ютуб-канал «Четвероногие друзья». Там... Нужно поснимать, как их кормят. Это мамаша. Маленький тоже, да, умеет этот есть? Мальчишки мои. Малыши. Опа! Давай. Ой, вы маленький. Давай, Стузя. Ага. Хитрая мама. Малыши, ягиси. На. Ой, какую даю. Ой, какую даю. Ой, какую даю. Иди сюда. Иди сюда. Ай, с мамой рядом, да? С мамой рядом. Ой, все, поймали. Не бойся. Мама аж рвет и медит. Мама, не перезевай. Давай. Ух ты! Спасибо! А то я думала, не поймала. Ну а что делать? Что делать? Что делать? Все хорошие ручки найдут, да? Все хорошие ручки кутятки найдут. Все будет хорошо, мамашка. Да, вот тебя как кормят, разъелась, да? Тебя бы стерилизовать было вообще идеально. Ну давай, мой носик маленький. Кутят мне помогли. Очень добрые люди мне помогли донести. Тут 5 штук. 3 от этой девочки и 2 подкинули. Ну все, давай, звезда. Ой, вы представляете, я Дуня. Я ключи в замке оставила и пошла смотреть щенят. Мамусик, пожалуйста, не переживай. Не переживай. Ты мне не доверяешь, что ли? Давай, иди. Только в хорошие ручки попадутся. Да. Не бойся, мам, не бойся. Смотрите на нее. Смотрите, она побежала куда-то. Так, ну что, я попросила в салон собачек положить. Какие они пупуси, да? Какие милые. 2 подкинули, 3 там собака родила. Собаку надо стерилизовать. Ее там вроде не отстреливают уже, сколько я лет ее вижу. Ну, чтобы стерилизовать ее обратно. На место отвезти, потому что сами понимаете, почему. Она такая лоськовая собачка, да. Как я их отнесу, не знаю. Сейчас папу пойду просить, папа меня убьет. У меня там 6 щенков одного пристроила, да, сейчас еще эти 5. И куда это? Нашу большую семью. Где 6, там и 13. Откуда ты? 11. А они на рынке там наплодились, и я вспомнила, мне так много людей написали, что за щенками приедут. Уже, знаете, того не осталось, того не осталось. Я думаю, в смысле не осталось? У меня да не осталось, не бывает. Я поехала еще на рынке взяла, вспомнила, что мне писали, что нужны ручки. И там мне с радостью дали и коробку. Мам, очень тяжелая коробка, дно провалится, и все, надо их, может, по одному унести. Куда нести? По 2 другим щенкам. У него больные какие-то, посмотри. Не бойся, мой, стой с глазиком. Смотри, его выкинули, это 3 были от тех, от той мамы, а этого выкинули. И еще одного выкинули. Не знаю, по-моему, 3 от мамы все девки, 2 забрали, может, мальчики забыли. Ну давай, холодно мне. А, ну давай, лапки дали. А, те щенки такие голодные, не знаю, мне кажется, 3-литровая банка молока хватит на 2 раза они покормить. Они так орут. Да, надо их кормить. Куда их? К тем щенкам. А пойди помоги. Почему, когда я камеру включаю, он перестает ругаться? Ну, весь контент портит мне. Перестает ругаться? Да, он так ругаться хотел. Весь кайф обломала. Добро пожаловать, друзьям. Я в шоке. Знаете почему? Я все 5 девочек, кого я подобрала. Одних будет девочек еще больше. Так, так, так. Так, не выходим. Не выходим. Баба Яга против, чтобы вы выходили. Это я. Так, ой.
Сейчас мы дадим еды. Ой, всем еды дадим. Когда я налила холодного молока, вот багет, сейчас мы туда накрошим, чтобы было сытно. И часть молока я кипячу, чтобы горячее смешать с холодным молоком, чтобы было теплое молоко. А целую булку я курам отдала. Ну ничего. Ой, боже, у меня руки такие поцарапаны. Сейчас мы накрошим, чтобы им было сытно, и пойду кормить их. Им вообще каждый несколько... Кипит уже? Ну добавляй сюда. Нет, вообще... Ну давай, добавляй тогда. Не расплавится эта штука? Это такая кастрюля у тебя такая. Так, сейчас мы накрошим и пойдем все вместе кормить. Молоко закончилось, надо опять 3 литра эти покупать. Надо еще смотреть, есть ли у них подносы. У кого? У какой? Малыши, не плачем по-братски. На, пойдем, пойдем. Не выходи. Вай, ты чё? Зайдите, зайдите, нельзя выходить. Теперь самые смелые будут пить. Это что такое? А самые несмелые не будут, что ли? Не поняла. Так, самые стесняшки тоже пейте. Это заберут завтра. Этого не знаю. Вот этого тоже заберут. Давайте, пейте. Блин, надо еще того щенка покормить. Хавайте, давайте, молочко теплое, все хорошо, да? Папа меня чуть не убил. Знаете, что я скажу? Вот эти черные, они посмелее, чем он те. Они прям вообще наглые, наглые. Ты плакаешь? Сейчас мы тебе тоже принесли еды. Блин, я бы тебя спокойно отпустила. Вот стекло разобьешь, меня папа вообще на британский флаг порвет. На, 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 на. На, на, не плакай. На, иди, иди ешь. Ешь, малыш, и не плачь. Не плачь. Как ее? Налила им еще воды. Слушайте, они такие шумные. Аж те испугались их. Бабу, чего ты хочешь? Пойдем. Че, бабу? Что ты делала? Щенка отдала. Я вчера... Сколько у тебя есть? 11, уже 10. И придет там? Одного забрали, вчера одного забрали, сегодня несколько человек придут. Да? Да, будет все холосо. Этого большого заберут. Да? Большого, которого не Джек, а вот другой я подобрала. А когда будем свадьбу? Кого? Свадьбу? Свадьбу. Когда ты хочешь? Я быстро хочу. Завтра или пойдет? Ну, не так завтра, не дыши. Звонишь, давай завтра. Ой, давай. Давай? Ну, я сейчас подписчикам скажу, претенденты, если есть. Я скажу, бабушка сказала, пусть выстраиваются в ряд. И будем завтра делать. Ну, ладно, послезавтра будем. Давай. Сколько я и сколько кто старше? Придет, в ряд встанут, а ты выберешь. Выберу? Я подписчикам скажу, да. Ты сам выберись. Ну, тебе, чтобы нравился. Это надо, тоже надо. Ну, вот придут люди, ага. А вот так встанут, да. Придет. Может, у меня тоже не нравится. Да, ты выберешь, скажешь, вот тогда... Ты подпишешь? Ну, я тебе. Не пиши там. Бабушка хочет, чтобы я замуж вышла завтра. Я говорю, я подписчикам... Да завтра, ну, послезавтра. Я сказала, я подписчикам скажу, пусть они встроятся кому там, кто хочет жениться. Бабушка выберет и скажет, вот тогда-то будет свадьба. И сделаем для бабушки свадьбу. Ну, хорошая идея? Ну. Отличная, все. Слушай, ну что, забрали большого? Взяли мальчика черно-белого. А там маленькая девочка была? Да. А ты что, в окно смотрела? Ну, какая партизанка, да? Меня не обманываешь. Со свадьбой? Да. А сейчас карантин, какой ты свадьба хочешь? Это не твое дело, у нас большое место. А гости не придут в карантин? Сколько придет, придет.
кто там? А это что? Это чей собака? Это заберут сегодня. Большого, я говорю, заберут это сегодня. Овчарка. Овчарка. Красивая такая. Немецкая. Она не армянская. Армянская. Щенка одного отдали, осталось 10. Почти ничего, да. Их было 7, двоих сейчас забрали, я еще пятерых. Это я привезла сейчас снова. А что это они разные у тебя? Они всякие. Да, это девочка. А вот этот барбос тоже хороший. Освоился, я смотрю, да? Не уби... Он выбежал на улицу, погулял, опять к нам пришел. С объявлениях никто не откликается, да? Значит, ты все-таки бездомный. Я столько объявлений выставила с тобой. Спрашивай, его никто не потерял? У тебя что, 6 пальцев, что ли? Обалдеть, ребят, смотри, у него 6 пальцев. Вот это ты уникум. Собакушкин, собакушкин. Лишь бы у него мастита не было. Только сегодня я стала думать об этом, да? Что у него может быть мастит. Но у него вроде не налились так сильно молоком. Что ты хотела? Я хотела еды купить. Вот это? Это что? Кожа? Кожа. Ага. Курочки. Давай. А карточки принимаете или Сбербанк онлайн? Сейчас я ездила на рынок, купила рис делать кутятам, молочную кашу, шприцы колоть с кошек стерилизованных, мясо, чтобы щенят кормить. Что, пакет. Бобик, не отходишь от нас. Так, вот тебе 300 рублей, купишь молока и сваришь кашу. На, там два баллона, это получается 3 литра. Купишь, а, 6 литров даже? А, еще лучше. Сделаешь им молочную кашу щеночком, а то не плачет. Это я буду сейчас кошек колоть. Лена, это как отход. Ну это костей нету, понимаешь? Смотри, сколько да, тут всего. И крылышки, тут все есть. Будем сейчас кормить щенков. Да. Не приходил никто за щенками? Нет. Так, приехали за новеньким щеночком. Где? Вот, черненький. Вот этого карапуза хотят самого ручного забрать. Пойдем. Все, а вы тут... Ой, остались только вот эти. Остались только бежевые. И черненькие. Это у меня тоже другой приплод. Карапузяку! Карапузяку забирают! Типа смотри на него. Тогда в яму упал. Да, ты в яму упал тогда. Тебя заберут. Что у тебя с носом? Сопливый, что ли? Сопливый, что ли? Ждем. Машина? Да, останется мало, останется всего 9 штук. Вот это мало. Да. Кто там кричит, почему это не даешь? Ну их еще не выбрали. Красиво, пожалуйста. А его можно же, да, купать? Да, да, да. Только чтобы в тепле потом был, потому что не маленький, мерзнут. Спасибо. До свидания. Вот эта девочка или мальчик? Они практически все остались девочки. Девочки? Да. Маленькие. Да, но если что-то стерилизовать можно, то куда их? А мне мама сейчас говорит, я мне их жалко будет стерилизовать. Почему? Они жалко вот это вот их отравляют вот таким количеством. Они один день и все, дальше бегают спокойно. Бегают, да, то мама да. Соседи стерилизовали, она у них так болела, она говорит, я не смогла смотреть на нет, это. Нет, ну вот я стерилизую их десятками, то есть у меня... Блин, ребята, это так мило, пришли посмотреть маленьких кутяток, просто посмотреть, подумать, взять, не взять. И увидели в сторис, что я рассказываю, что я хочу рис взять, да, там кутят кормить, потому что они очень много едят, и просто не хватает уже без конца. Вот, ходим, покупаем. И вот принесли молочко, хлеба, риса, да, чтобы мы кашу молочную варили, и собачью конзерву. Спасибо, если будешь смотреть, спасибо тебе огромное. Это прям... Потому что их надо кормить каждые 2 часа, ну и 2-3 часа, потому что они маленькие еще. Сейчас пошли, они уже все съели, опять плачут. Мама посварила кашу рисовую, пошла к ним, а мне не сказала. И в итоге она все скормила, а я так и не засняла. Они все съели, да вот, прям просто все съели. Усюськины ужинать хотят. Так, нет, не выступать. Я Валеру вспомнила, блогера. Когда он говорит сидеть, они сидят, не двигаются. Мои так не делают. А ну-ка сидеть, все. Все строго. Молчать. Иду к вам кушать. Давайте. Ой, все кушают. Смотрите, да? Малышня бедная забили. Вот этого завтра забирают. Так, забили малышню прямо. Они же в последнюю очередь кушают. Так хорошо, они даже консервы так хорошо не едят. И молоко с хлебом так хорошо не едят, как рис.
рисовую кашу. Все как бегает. Там воды надо опять менять. Они бегают, все пачкают. Не прыгать на меня. Да ты чё? Ну, может, другое что-нибудь будем уже варить, не знаю. Одно и то же все равно есть не очень. И так рада, когда не кушают. Ну и что, мы пришли на завтрак. Так, не кричать. Ага, этот не доели. Чего тут крылышки? Все раскидалось. Вот тут крылышки. Даже бы мелким дали поесть. Там рис. Этот рис они не поели, я отдам курам. Ты что такой, рычишь, да, маленький? Короче, едят они. Мелкие тоже могут есть, не переживайте. Они еще 3 дня назад могли это есть. То, что не доели, отдам курам. Они любят. Да, они любят. Мне так нравится, как они с удовольствием это едят. А то им корм давали, тоже кормить надо. Они же голодные, может, еще и поэтому это едят дело. Курочки, дурочки! 2-3 петуха, они не дерутся. Бедненькие. Я там щенят только спасаю, а этих убьют все равно. Мелким я вытащила их на улицу, дала им отдельно, потому что те им не дают пожрать. Ой, куда? Тем я сейчас еще дам. Так, малышня кушает. Ой, это самый крикливый. Сейчас вас тоже буду кормить еще раз.